Всем добрый вечер. Похоже немножко на квартирник, но будет электричество и рок-н-ролл, несмотря ни на что. Даже несмотря на то, что четверг. Начнем с, наверное, солнечных вибраций. Спасибо. Я думаю, что вы можете вполне подойти поближе. Тем более, что в следующей песне мы начнем по-настоящему хулиганить. Подходите ближе, правда. The
happen that I didn't come out. All that big, big bathroom looks like a bedroom in my hair. But I'm not eating eggs and ham, I'm only chewing and chewing gum. He was cool again, and he cut me in my words. Addiction. Well, there's something behind, and there's such a temptation that I couldn't find. Oh, that big, big bathroom looks like a bathroom in Buckingham. But I'm not eating eggs and ham, I'm only chewing it, chewing gum. That's my personal exchange, and I wouldn't fall apart. Who will be our guide when there's nothing to be changed? I'm a hooligan. Oh, oh, sha-la-la-la. Oh, oh, we are the hooligans. Oh, 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 sha-la-la-la. Oh, oh, you are the hooligans. Oh, oh, sha-la-la-la-la-la. Oh, oh, we are the hooligans. Oh, oh. Здорово, если вы продолжите хлопать в ладоши и в пальцы щелкать на протяжении всей песни. Бегает метро и вверх бежит эскалатор. Кто-то смотрит в пол, а кто-то ищет экватор. Кто-то едет рядом и скажет,
скользит бездумным взглядом по углу. Спешат часы и где-то тикает пульсе. С черной полосы ушел вагон и вернулся. Кто-то все равно опоздал и пьет свое пиво и думает мимо. А мимо рок, рок-н-ролл, электрический ток, он забивает под землей напоминает будильник. Кажется порой, что вместо стен холодильник. Здесь под тусклым светом у кого-то нет билетов. Больше так из года в год и контролер еще злится. Может быть, она всегда мечтала о птицах. Может быть, о чем-то другом. И никто не узнает, не узнает о том, что рок, рок-н-ролл, электрический ток. Он забивает гол коридор и победил вином этот спор. Этот рок, этот выход еще есть, еще возможно проснуться. Следующая дверь и цель одна, не свихнуться. Надпись незаметно в темноту летит кометы. На стекле прислонятся белым цветом и дальше. Линии полос пересекаются раньше. Мой электропоезд пришел, а кто-то пьет пиво и думает мимо. А мимо рок, рок-н-ролл, электрический ток, он забивает гул коридор и победил минор этот спор. Этот рок, ах, этот рок, рок-н-ролл, электрический ток, он забивает гол коридор и победил минор этот спор. Этот рок, ах, этот. Где этот волк?
себе. Но никто его толком не узнает. Никогда, 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 никогда. Никогда, 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 никогда. Спасибо. Ну вот, нервы рвутся в клочья, правда. Струны рвутся тоже вместе с ними. Тем не менее, кто-то находит выход в том, чтобы идти на улицу, вставать на скейтборд, надевать ролики или садиться на велосипед, может быть, и мчаться куда-то. За ответами в этом городе. Ролики вечером, где-то ты крутишь вечные ролики, хочешь быть. Круче я пошикаю на тебе дыры, ты пошикаешь на себе солнце. Так мы сгораем под мои песни, так мы сгораем без конца. Улицы, станции, твой маршрут, все тот же, встретишь всех, едешь дальше, а в чем-то мы похожи. Стрелки по ветру полетят, побегут. Зачем-то я пошикаю на тебе дыры, ты пошикаешь на себе солнце. Так мы сгораем под мои песни, так мы сгораем без конца. А я пошикаю на тебе дыры, ты пошикаешь на себе солнце. Все-таки как-то хотелось бы нашего гитариста Стаса Березовского позвать на сцену. Может быть, как-то позовем его, что ли, все вместе. Стас! Как твоя струна? Починилась ли она? Можем ли мы сыграть с тобою вместе
Это было бы клёво. А уже все, ты ее настроил, эту гитару, как она там? Или еще требуется какое-то время? Следующую песню хочется посвятить всем вам, потому что, как пел БГ, у каждого, наверное, свой капитан какой-то есть внутри. И этот капитан держит какой-то свой особый очень курс. Обязательно есть у этого капитана цель. Всегда есть компас. Всегда есть море вокруг. И, конечно, всегда есть море внутри. Я очень хочу пожелать вашим капитанам доброго пути. А пока спою про какого-то гипотетического сумрачного героя, который попал в шторм. А можно мне погромче гитару, Андрюш? Спасибо. Капитан, этот ветер, как нож, режет все паруса пополам. Распадается море, смешав полюса, да еще на плаву. Хоть на палубе мачты пускаются в пляс наяву. Здесь танцуешь и ты, не сомкнув своих глаз. Отчаянно качает в стороны, и по итогам нет смысла цепляться, все цепи разорваны. От слабости сильнее ощущения, опять этот маятник где-то внутри расшатывал звенья. Капитан снова вертит штурвал, но утерян контроль по волнам. Корабль несет эта ночь за собой, стало слишком темно. Но еще неизвестно, кто проиграл, он не плакал давно. А теперь точно мальчик дал волю слезам. Отчаянно качает в стороны, и по итогам нет смысла цепляться, все цепи разорваны. И от слабости сильней ощущения, опять этот маятник где-то внутри расшатывал звенья. Пропавшие без вести. Сегодня точно здесь нет того самого 150-го отклика, который я так, может быть, жду. Но хорошо, что есть остальные, и хочу благодарить каждого из вас за то, что пришли. Пока вот песня о любви в контексте современных технологий.
безупречен, он беспечен, и он, конечно, не ищет встречи, но это так бесчеловечно и бесконечно, который вечер я открываю его страницы в сети, как пойманная птица. Я не могу остановиться, и мне остается только сдаться в полицию. 49 лайков собрал мой новый пост, и кто-то даже задал вопрос, но среди этих сотен людей нет тебя. А ты проходишь мимо опять и опять каждый день, и я не знаю, что же делать мне, когда нет дела тебе до меня. А я специально хожу на танцы, как правило, многим очень нравится, но этот парень соблюдает дистанцию, нет малейшего шанса сократить расстояние. 149 лайков собрал мой новый пост, и кто-то даже задал вопрос, но среди этих сотен людей нет тебя. А ты проходишь мимо опять и опять каждый день, и я не знаю, что же делать мне, когда нет дела тебе до меня. Он никогда не смотрел в мою сторону, а я глазами к нему прикована, и не без повода он видит все поводы, а я и не думала, что это так рискованно. 149 лайков собрал мой новый пост, и кто-то даже задал вопрос, но среди этих сотен людей нет тебя. А ты проходишь мимо опять и опять каждый день, и я не знаю, что же делать мне, когда нет дела тебе до меня. 149 лайков, 149 лайков, 149, 49, 49, 149 лайков. Выключи ток, и нет электричества. Я чиркаю строчки, я чиркаю спичками. Первая мимо, вторая на пол. Наполовину сгорела, я села за стол. За считанные минуты в белом дыму, как в молоке эта комната, я не пойму. Никто не пришел, не сказал, что вырубит свет, а я так не люблю, когда его нет. И это пожар, и вот он, искры летят в потолок. О, Жанны д'Арк было повод, а повод еще не порог. Ведь это война, и по венам бегут, горят провода. В пылу так легко стать пеплом. Дамы и господа, эта дверь пустила в мой дом темноту.
Этот ряд перекрытий и стен на ощупь ведут в знакомой до боли квартире. Теперь лабиринт, но вариантов, пожалуй, немного. Здесь выход один. Это пожар, и вот он. Искры летят в потолок у Жанны д'Арк. Был повод, а повод еще не порог. Ведь это война, и по венам бегут, горят провода. Был так легко стать пеплом, дамы и господа. Жанны д'Арк было повод, а повод еще не порог. Ведь это война, и по венам бегут, горят провода. Было так легко стать пеплом, дамы и господа. Было так легко стать пеплом. Дамы и господа. Когда внутри нас возникают какие-то вопросы, которые нам ужасно хочется задать кому-то. Ну, вроде того, там, что делать, как быть, что случилось, в конце концов. Но подвох в том, что только кто-то нам начинает пытаться давать ответы, мы злимся, сердимся, раздражаемся, бежим куда-то прочь, порой даже от очень неплохих каких-то полезных советов, способных помочь нам на нашем пути. Дело в том, что, наверное, ответы знаем только мы сами. Только мы сами способны что-то внутри себя поменять, как-то с другого боку на что-то посмотреть, чтобы реально что-то увидеть, наконец. Но по привычке продолжаешь спрашивать других. What to do if I'm on my way? I got on a fast train to take me out. No, I don't know where I'm going. Going just insane. Perhaps I'm lost, but don't wanna be found. I'm hiding in a train bar. The rain beats still in my heart, and it's scaring me away to fall. So who can tell me what to do if I fell in love with somebody scrapping on my mind? And he's so good, but he's a married baby. That's enough for me to be wasting our time. And I'm hiding in a train bar. The rain still beats and beats in my heart. In a train bar, the rain still beats and beats in my heart, and it's carrying me away to fall from love. You know I'm never.
I'll never be good. You know I'll never be a good girl. You know I'll never be good. Who could tell me? Who could tell me what to do? 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 А давайте сыграем Америку. Америку. Давайте сыграем Америку. Давайте Америку. Подруги, утро в Америке делает зарядку, катит на велике, хлопья на завтрак, бургер на ужин. И русский паспорт ей больше не нужен. У моей подруги не улица, а стрит. К ней на чай заходит какой-то Джон Смит. У нее квартира в штате Иллинойс. А я по скайпу слышу не голос, а войс. У нее был план уплыть за океан, но ее поймал капкан, самообман, но ей. А у моей подруги утро в Америке, у меня по телеку только Америка. Там у причалы бьется гудзон, и в черных кварталах качает музон. Да, у нее был план, но плыть за океан, но ее поймал капкан, самообман. О, 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 у нее был план, но плыть за океан, но ее поймал капкан, самообман, но океан, но ее поймал капкан.
yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Возвращаясь к вопросам, которые мы сами себе периодически не можем задать или задаем, но не можем ответить. Хочется просто спеть, наверное, песню о смысле жизни. Давай, я расскажу тебе сказку. Давай, я пришлю тебе повесть. Давай, я спою тебе песню, но только что это изменит. Нам не быть вместе, а нам не быть вместе. О, нам не быть вместе, а нам не быть вместе. Давай. Давай, ты переменишь прическу. А может, и стиль своей жизни. Давай, ты бросишь курить и даже пить. А потом ты напишешь мне вести, но только что это изменит. Нам не быть вместе, а нам не быть вместе. О, нам не быть вместе. Мы перестанем общаться. Давай, мы не будем встречаться. А ну давай, мы обойдемся без мести. Но только что это изменит. Нам не быть вместе, а нам не быть вместе. О, нам не быть вместе, а нам не быть вместе. Вот небольшие изменения в сет-листе хочется как-то сделать.
Камерный у нас сегодня такой состав, но мне даже это очень нравится. Какое-то таинство прям происходит. Вот, и я хочу сказать о том, что вообще, когда только вот мой проект был в самом начале своего пути, в основном мы играли, я играла квартирники. Это были такие маленькие крошечные квартиры. И воспоминания об этом до сих пор живы и дороги мне. Поэтому хотелось бы спеть вам про 40 метров. А если можете, еще поближе подойдите ко мне. В твоей квартире нет окон, нет комнат, нет. В твоей квартире нет места для мелочей. В твоей квартире нет двери, нет звонка. В твоей квартире нет от нее ключей. Ну пригласи меня в свою квартиру. Я не сразу сниму свой плащ и кеды. Мы знакомы почти две недели. Давай станем ближе на 40 метров. В твоей квартире нет холодильника, нет. В твоей квартире нет пола и потолка. В твоей квартире нет дисков и газет. В твоей квартире нет наверняка. Но пригласи меня в свою квартиру, эй. Пригласи меня в свою квартиру. Ведь мы знакомы почти две недели. Давай станем ближе на 40 метров. Знакомы почти две недели. Давай станем ближе на 40 метров. Спасибо. Забрасывают прямо лепестками роз. А вот из маленьких квартир
прямиком хочется лететь за пределы стен, коридоров, маленьких каких-то конструкций, домов, прямиком в космос, наверное. Дальше в космос, не устояв, к новым звездам звала астронавт, и невольно вверх от земли уходят мои корабли. Наших тел небесных, как Млечный Путь, и выше градусов ртуть, и все. Видно.
Я не хочу выходить из дома. Похоже, я не ногой из дома. Сегодня кто-то звал меня в гости, но я останусь здесь, не выйду никуда. А вот что будет с моими планами. Пусть летят с дельтапланами. Я лягу в пенную ванную на дно, и мне почти все равно, что там будет за этими стенами. Мне больше неведомо. Я так прощаюсь с проблемами. До свидания, Монами. Я не смогла до конца проснуться. Я не смогла до конца, может быть, уснуть. А между делом будил будильник, но сквозь завесы сна он не нашел себе путь. А будь что будет с моими планами. Пусть летят с дельтапланами. Я лягу в пенную ванную на дно, и мне почти все равно, что там будет за этими стенами. Мне больше неведомо. Я так прощаюсь с проблемами. До свидания, Монами. Я не отвечу на чьи-то письма, а телефон, по счастью, упал за диван. Оборвались все линии связи, но это вовсе не значит, что день бездарно пропал. А вот что будет с моими планами. Пусть летят с дельтапланами. Я лягу в пенную ванную на дно, и мне почти все равно, что там будет за этими стенами. Проблемами. До свидания, Монами. Монами. Телефоны выключаются. А это, мне кажется, во многом о том, как они включаются. Включаются, и вот по каким-то невидимым каналам связи вдруг начинает пульсировать электричество. Через час будет ночь, ночь разбудит нас. Через два звонка адреса, электронные голоса, телефонные полчаса, вот так чудеса. Сам попал, попал, кто придумал этот плен. Чудеса.
почему в заперти? Я хочу зацепить на замок, а пока есть гудок для рыбка. Дреса, электронные голоса, телефонные полчаса, вот как чудеса. Сам попал, попал, кто придумал этот плен? А мы подсели, сели на сигнал радиоантенн. Адреса, электронные голоса, телефонные полчаса, вот так чудеса. Сам попал, кто придумал этот плен? А мы подсели, сели на сигнал радиоантенн. Электронные голоса, телефонные полчаса, вот так чудеса. Сам попал, кто придумал этот плен? А мы подсели, сели на сигнал радиоантенна. Писала этот сет-лист, но у меня такой немыслимый почерк, что невозможно его разобрать. И не то, чтобы я так к нему сильно вот привержена, к этому сет-листу, и, знаете, вот настолько прямо вот прилипла, так сказать, к нему. Нет, но просто хотелось бы знать, что я имела в виду, когда я писала. Я думаю, что это самое время сказать вам доброе утро. Это очень спокойная песня, можно медленно.
бас-гитарист моей группы настаивает на медленном танце. Он будет осуществлять свою мечту сейчас. Полетевшие письма забылись в пространстве, чьи-то слова не попали домой. Не сошлись имена, не сложились индексы. И это не я, а кто-то другой. Ну здравствуй, новое утро. Снова что-то ушло так странно. Сходятся мысли, хотя они бились всю ночь, как стекло. Хотя они бились всю ночь, как стекло. В хаотичном порядке разбросаны точки, или тысячи звезд нас куда-то ведут. Лабиринты тянутся поодиночке, но кто придумал им этот маршрут? Но здравствуй, новое утро. Снова что-то ушло так странно. Сходятся мысли, хотя они бились всю ночь, как стекло. Хотя они бились всю ночь, как стекло. Забылись в пространстве, чьи-то слова не попали домой. Не сошлись имена, не сложились индексы. И это не я, а кто-то другой. Здравствуй, новое утро. Снова что-то ушло так странно. Сходятся мысли, хотя они бились всю ночь, как стекло. Хотя они бились всю ночь, как стекло. Под сводами огромной башни, летящей в небо над Парижем, кому-то сделается страшно, кто-то захочет еще выше. На этом многолюдном месте ей ничего не интересно. В заоблачном туманном платье она одна себе невеста. Я поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, 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 вперед и Эйфелю привет. А справа Елисейские поля, слева улица твоя, назад дороги больше нет, 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 вперед пора и Эйфелю привет. А дева жаждет революции.
Их вот сейчас на баррикады из металлических конструкций, ее шарниры и шарады. Об этом знает только ветер. Там на высоких переходах, в железных запертых корсетах, ее безумная свобода. А справа Елисейские поля, слева улица твоя. Наса, дороги больше нет, нет, нет. Вперед и Эйфелю привет. А справа Елисейские поля, больше нет. Вперед, пора, и Эйфелю привет. О! Букет прекрасному незнакомцу, за танцы всем вам, за спецтанец Владимиру Рикшану и за поддержку Мите Шагину. Спасибо. Я вижу мир твоими глазами, и теперь между нами нет границ. Открой глаза, и полутонами полетят по небу стаи редких птиц. Пока на земле светит солнце, от его лучей легче вертится этот день. Он вернется ровно в 100 свечей мне навстречу. Поверишь ли,
стараясь услышать, я пытаюсь быть тише, замирая все же намеренно. Я стану ближе в это время по крышам. Тихо капал дождь, пока на земле светит солнце. Возвращается с фронта моя душа под именем созвучным сторон, да под зонтом вышло солнце и не спеша, пока на земле светит солнце. Утренняя ракета взлетает, и ее поймают замкнутые пространства. Только не хватает, он, наверное, не знает, что еще не проснулась, но он все-таки мечтает, чтобы прикоснулась больше, больше, больше. Больше тепла в этих острых зарядах. Громче, 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 громче звала. Тишина снарядов. Дальше, дальше, дальше даже нельзя. Не то будет хуже. Нужно, нужно, ну почему ему это нужно? Раненые минуты кометы. Видно, нас застали снова ранние газеты. Сильно опоздали, я, наверное, неволена. Собираю в одно механические волны. А ну и что с того? О, больше, 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 больше тепла в этих острых зарядах. Громче, 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 громче звала. Тишина снарядов. Дальше, дальше, дальше даже нельзя. Не то будет хуже. Нужен, нужен, ну почему ему это нужно? А? Взлетает, и ее поймают. Замкнутое пространство питают. Только не хватает, он, наверное, не знает, что еще не проснулась, но он все-таки мечтает, чтобы прикоснулась больше. Дальше, дальше, дальше.
больше даже нельзя. Не то будет хуже. Ну же, почему ему это нужно? Белый снег за окном заметал, темноту падал вниз. А потом ты зайдешь ко мне на минуту, кажется. Земля кружится каждый раз, когда я смотрю на тебя. И в твоих глазах нахожу я пространство космоса. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь, не меняя тактику. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь, подожди. Ну, пожалуйста, не спеши, обними меня, посмотри. Ты только посмотри, видишь ли, все еще я люблю тебя. На двоих, хватит на двоих с головой. Можно утонуть, ну скажи, что теперь не так, поделись, отзовись же хоть как-нибудь. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь, не меняя тактику. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь. Холодно, слишком холодно, я дрожу. Я едва дышу, я прошу, ты только разреши. Ну, позволь мне согреть тебя, слышишь? Ты молчишь, да и не надо слов, я молчу. Но тебе пора, жаль, что мы не смогли опять промолчать до самого утра. Из другой галактики, воды Антарктики, сейчас бросаешь, не меняя тактику. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь. Из другой галактики, воды Антарктики, ты меня сейчас бросаешь. Почему так легко? Так далеко ты уплываешь. Па-да-да-да. Па-да-да-да. Па-да-да. Спасибо. Вот все время белые хризантемы мне именно от этого слушателя. Наверное, это намек на бис какой-то. Но еще пока вот основная программа не закончена. И мне бы хотелось песню в стиле Митьков как раз вот исполнить. О русской безграничной душе, об этом
таинственном пространстве тайны внутри. В общем, короче говоря, народная русская песня на английском языке. I should quickly pack my bags with cash that flush, and it's certain to get back to my country. Didn't know that it's forbidden, I'm sorry. Oh, yeah, my just a simple Russian girl. I've got a vodka in my blood, so I dance with brown abyss, and my soul is torn apart. Oh, I dance with brown abyss, and my soul is torn apart. Let me go, I won't ever try to do this anymore. If you let, I'll kiss you in your cheeks 3 times. This is a tradition, don't you be surprised. Cheeks 3 times. Oh, this is the tradition, don't you be surprised. Oh, I'm just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood, so I dance with brown abyss, and my soul is torn apart. I dance with brown abyss, and my soul is torn apart. So I dance with brown abyss, and my soul is torn apart. Спасибо. Вот есть один слушатель, который ходит уже, мне кажется, на все концерты. Ну, 20 раз, мне кажется, я уже его видела. Каждый раз он дарит разные виды мне белых хризантем в надежде на эту песню. Но дело в том, что вот как-то так выстраивается сет-лист в соответствии с какими-то летними настроениями и композициями или в соответствии с зимними, наоборот, вещами. Поэтому вот весну, лето и уже начало осени все этой песни никак в программе нет. А ведь, наверное, он именно ее ждет, намекая как бы каждый раз вот этим букетом. Вот и сегодня
Вот и сегодня он мне подарил белые хризантемы. Поэтому вот я уже просто не нахожу в себе сил сопротивляться и игнорировать эту как бы просьбу косвенную о песне. Белые хризантемы ты мне приносишь без шутовства, будто срываешь с неба черного звезды Рождества. Белые листочки, я не ставлю точки. Я засыпаю вопросами, ты засыпаешь, но не со мной. И нас заносит все больше снегом, а хризантема — цветок живой. Белые листочки, я не ставлю точки. И вот Рождество на моих часах, Дева Святая перед глазами, маленький мальчик в ее руках, и я невольно себя терзаю. Белые листочки, я не ставлю точки, и летят снежинки, кончилась пластинка. Спасибо. А сейчас я бы хотела позвать сюда свою группу дорогих моих друзей. Санкт-петербуржцев, не побоюсь этого слова. Вот хочу даже вам представить их, так сказать, поименно, чтобы вы узнавали их, гуляя по паркам, аллеям, вдоль каналов Санкт-Петербурга, под землей, где-то в метро. И вообще всегда... И везде. Если увидите их где-то, не постесняйтесь подойти поближе, сказать привет. Ну, в общем, может быть, назвать по имени, тем более, что сейчас его знаете все, как их зовут. И это больше не будет... секретно. Итак, гитарист Стас Березовский. Он почти как Склифосовский, но он играет на гитаре, а потому что он в ударе. И это Стас Березовский, почти как Циолковский. Ничего не курит он и не курил он, он как будто бы скурил. Он играет по клавишам черным и белым, вот такой вот он у нас смелый малый. И малый смелый Денис Кириллов. Дима Турьев играет на басу, он в фишфабрик, как в сказочном лесу. У него такие ходы, ой, мама, у него такие лады, лады и баллады. Барабан Андрей Иванов.
готов как Гарри на титов. У него в башке всегда тысячи хитов, потому что он никто иной, как Андрей Иванов. Навевает мне чувство прошедшей любви. Я ночи провожу с ней. Я так и не хочу забывать все, что ты позабыл. Да ты оставил мне свою футболку, оставил мне свои носки, ты оставил мне пустые полки, оставил меня помирать с тоски. Да ты оставил мне свою футболку, оставил мне свои носки, ты оставил мне пустые полки, оставил меня помирать с тоски. А я жду и жду тебя днем, вечером тоже я жду, что ты позвонишь, но мой молчит телефон. И кто же мне скажет теперь с добрым утром? Малыш, ты оставил мне свою футболку, оставил мне свои носки, ты оставил мне пустые полки, оставил меня помирать с тоски. Да ты оставил мне свою футболку, оставил мне свои носки, ты оставил мне пустые полки, оставил меня помирать с тоски. Ах, футболочка твоя, немножечко тебя, кусочек только самый маленький цветочек. Ты мой цветик оленький. Ай-яй-яй, ты оставил мне свою футболку, свои носки, пустые полки. Оставил меня помирать с тоски. Оставил мне свою футболку, оставил мне свои носки, ты оставил мне пустые полки, оставил меня помирать с тоски. Носки, ты оставил мне пустые полки, оставил меня помирать с тоски. Да ты оставил мне свою футболку, свои носки, пустые полки. Ой, помирать с тоски. Да ты оставил мне свою футболку, свои носки, пустые полки.
футболку оставил мне. Свои носки ты оставил мне. Пустые, пустые полки оставил меня помирать с доски. Спасибо большое. Несколько объявлений. Завтра будем играть в Охта-парке. Простите, послезавтра, 13 числа, 13 сентября в Охта-парке на площадке Упсала цирка вот в 17:00. Если вдруг вы сможете до туда добраться, то вот увидимся. Вход свободный, насколько мы знаем и понимаем. Помимо этого, 14 сентября я буду играть в Union Bar какой-то диджей-сет. И, ну, так, можете туда тоже забежать. И, наконец, 28 сентября в Grand Hotel Европа в лобби-баре вот сыграем такой полноценный сольный концерт. А демократический, вот мне подсказывают, концерт 24 октября в клубе «Биржа». Я очень надеюсь, что вы дойдете до всех, в общем-то, этих мест встречи, до всех этих площадок. Ну и отдельное спасибо вам за сегодня и за то, что вы пришли сюда. Спасибо огромное. До встречи. Дорогие друзья, я бы хотел объявить, что буквально через какое-то время, через несколько минут, где-то там можно будет приобрести диски, Женя на них с удовольствием подпишется. Всего доброго.